Я же сказал, засранец живой. Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очень. Вот так, Монро. Открой глаза. Я Фэрон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль, мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. Пять секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50% потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан. Конечно, так-то неплохо, но драма не прочувствовал. Ну, не умеют Infinity Ward в драму. Ну, то есть, и так было понятно, что он выжил, то вот, ребят, ну, что-то, кто-то думал, что вот сейчас он умрет. Ну, никто, ну, это невозможно. Я сразу понял, мне вообще смеяться хотелось, потому что я был такой, ну, блин, ну, смешно же, он не умрет. Ну, очевидно же, что кто-то его подберет и такой, экипаж Тигра, я такой, ну, очевидно. Ладушки, пойдем. Но передан очень Рейс. Хорошо драма между персонажами, то есть, как все беспокоятся капитан о том, что капитан, да. Мне вот это все понравилось, это действительно. Запоминается. Мне еще нравится, как они все заняты делом, как они бегают, перемещаются, и все это выглядит очень живо, это все очень прикольно. Давайте. Люки задраены. Рейс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист, соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть, соединяю. Пойдем, что ты мне расскажешь. Он похож на адмирала Андерсона из Mass Effect. Мне кажется, вдохновляясь разработчики именно этим, потому что ну очень похоже. Нет, дизайн нет, но сама вот концепция звездной карты, вот сама как именно концепт очень-очень похож. Так, а где связываться? Вот он. Ну-ка. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему Атис. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтер о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Ну давай, я тут почитаю, полазю, посмотрю, как дела. Ну, одного вице... Ну, этого мы давно убили. Я хочу посмотреть, кого мы убили. Ну, в разведке одного. Ну и, по-моему, это все. К сожалению. Хотелось бы побольше. Посмотрим, что в компьютере нового. Почему ты постоянно монитор поправляешь? Почему нельзя было сделать без... Ну, я понимаю, для загрузки. Хитрый, хитрый Infinity Ward. Не, я не буду читать про операцию, что там читают. Хотя, давайте почитаем. Башня, так, хорошо. Олимп вышел на связь с командой Возмездия, требует покинуть район. Шакал, капитан Рейс был подбит. Капитан Кутис был подбит. Ну, по сути, то, что произошло. Ну, ничего интересного. Тигр, главное, это Возмездие, как слышно. Что там у вас, Возмездие? К
Капитан Ферран, Олимп атаковал возмездие в районе Титана. Шакал командира Рейса был подбит. Итан был на борту. Они катапультировались. Он приказал 141-му покинуть сектор. Возмездие было под обстрелом. Пилот подчинился и свалил. Мы его бросили. Ни оружия, ни прикрытия. Мне жаль, лейтенант. Вы выполняли приказ. Я и сейчас выполняю. Я попросил стратком выслать спасателей. Адмирал Рейнс отказался. Не хочет рисковать пятью ради двоих. От меня-то вам что надо, лейтенант? Рейнс запретил мне действовать. Но вам-то он не запрещал. Найдите его, Ферран. Я 10 лет прослужила с этим доблестным засранцем. Он спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Я без него не могу. Можете, лейтенант. Не хочу. Понимаю. Чисто логически идти за ним было бы ошибкой. Но сегодня мы уже похоронили 19 командиров. И я не намерена терять еще одного. Вышлите мне последние координаты, посмотрим, что можно сделать. Не будем кричать об этом. Будут новости, свяжусь. Главный отбой. А, значит, за мной соль послала, значит, я не безразличен. Ну, интересно, интересно. Беру свои слова назад. Нет, они могут в драму, просто не там, где надо. Ну, не везде, где надо. Не везде. Попали! Ну, в одного зайца из двух, я бы сказал. Здесь вот мы хорошо поработали. Мне нравится. Работа над персонажами. Персонажи интересные, они все запоминаются. Это очень хорошо. Мы в Black Ops 3 запомнили, столько поезд сделал бумбуш, никто. Я даже главного героя не помню. Тигр отправляется. Хорошего полета, Ферран, и удачи. И вам, капитан Рейс. Что-то в домофон звонит так. Задачу в районе Меркурия. Кроме того, доступно еще одно задание для пилотов. Вот так хочется взять, выдрать домофон просто из стены. Но тогда пиццу будет тяжело брать домой. Давайте мы возьмем доп задание, просто мы что-то давно по допам не ходили. После такой драмы нужно... Мне нужен тайм-аут. Я хочу заняться вот этими пидорасами, которые... Атака шакалов. Мы что-то давно пидорасов не убивали. А как? Почему? А, надо выбирать все. Понятно, понятно. А то какая вероятность? Мне интересно, еще вероятность успеха исходит из того, как я играл в прошлую миссию. Просто мне непонятно. Вот, например, это 83. Давайте другую выберем просто для интереса. Что по... 92. Ребят, ваши догадки в комментариях. Откуда берутся эти цифры? Они рандомные? Я понимаю, как в Shadow Warrior тебе напишут, что вы, скорее всего, не сможете это пройти, поиграйте в допы, чтобы прокачаться. Там я все могу понять. Но здесь... Ладно, давайте здесь. Мне просто нравится, что оно с краю, как бы, самое... Хотя, самое крайнее, вот, в Юпитере. У Юпитера. С другой стороны, вот это прикольно. Давайте сделаем так, смотрите. Давайте возьмем на Сатурне вот этот доп. И Уран вот этот доп. Сюжетных заданий, по-моему, там вообще две штуки осталось, если что, поэтому... Поэтому лучше растянуть удовольствие. Внезапное... О, блин, прикольно называется. Может, там что-то крутое будет. Эйджеки СДФ заправляются на Титане. После боя с участием Олимпа они нас не ждут. На нашей стороне фактор внезапности. Ударим по ним. Ребят, мне кажется, я вас избалую. Просите уже все быстрее и быстрее проходить. Ребят, все равно никто быстрее меня не проходит. Да и к тому же, от того, что я прохожу быстрее, видео лучше не становится. Хочется погрузиться в игру, ребят. Я не хочу быть рашером, который просто пробегает игры на скорость. Это абсолютно не то, что мне хочется видеть на своем канале. Абсолютно не то. Ребят, это очень плохо. Понимаете, смысл игры не в том, чтобы пройти ее, не просто сказать, что я прошел там концовку, все, и мы закончили. Смысл в том, чтобы получить удовольствие от каждой минуты. Вот в чем смысл. Все, давайте, полетели. На нашей тарантаке, на тракторе. Именно так. Да. Да, да, да. Целую минуту пробыла, капитан. Это не мое. Жаль, а я уже хотел тебя повысить. Не смей. Я буду направлять вас в последствии, сэр. Принято, Итан. Фронт почти выбил нас отсюда. Хотите отомстить? Еще как это? Да, надо задать жар пидорасам, ребят. Они нас отодрали. Ленин прилетел на своем броневике и задал нам жару. Пора дать им ответ. Огромной дубинкой. Лучше держаться поближе. Точно. Вы прямо над точкой. Отмечаю позиции на ваших экранах.
Обнаружена группа кораблей. Всего 5. Разрешаю атаку. Задайте. Используем читерское преимущество под названием «Долби двигатели». О, он уходит. Вот же засранец, обосрался. Испугался, он уходит. Да. Я нашел слабое место в этих дурачках. Солд? Подтверждаю. Это шустряки. Принято. Зададим им жар. Ну, я не успел все ловушки скинуть вовремя, но большую часть. Видите, они начинают, кстати, он начинает обходить. Куда ты ушел? Иди сюда, тварь. Шустряк, на 10. Шустряков тоже надо убрать. Они, кстати, сбивают мне прицел сильно. Так, я думаю, все-таки шустряков надо сбить. Надоели. Отлично, чума. Минус один. Осталось двое. Откуда я уничтожил 2? Почему написано, что уже 3? Боты что-то кого-то разве могут уничтожить? Я думал, боты здесь для массовки. То есть, ну как, знаете, написано, что они есть, но так, чтобы тебе скучно не было или грустно. Чтоб ты не думал, что ты совсем один. Он уходит. Ребят, среди зрителей Call of Duty есть фанат Звездных войн? Мне интересно очень стало. Блин, хватит сзади меня долбить! Я что, заднеприводный? Я же говорю, они пидорасы! Я просто так это говорю. Нет, видите, они сзади долбят. То есть я не выдумываю. Это не просто фигура речи, это практически правда. Ну-ка, ну-ну, брось, брось. Все, ребят, доигрался. Взяли и вынесли. Один уже добился. Отлично, чума. Минус один, осталось двое. Давай. Шустряк на 12 часов. Шустряки как будто стали сильнее, вам не кажется? Да раньше они просто подставляли себя. Ладно. Ты где? Ай, никогда не умел летать на самолетах и истребителях. Никогда это не любил, более того. Но пройти нужно, ребят, так что мы это сделаем. Это обязательно. Вернее, это не обязательно, но я себя обязал пройти. Вроде как минус один есть. Отступаем, отступаем. Где? Хрен поймет. Не люблю самолет, мне за пехоту играть намного интереснее и проще. Тут можно сказать, дело в том, что типа, ну, ты просто не умеешь летать, но. Понимаете, это как предмет в школе. Если ты не любишь физику, это не потому, что ты не умеешь физику, не потому, что ты не матёшь, а потому, что тебе неинтересно. Ну, не, мне нравится здесь летать, но как-то это утомительно, как по мне. Намного интереснее. Пытаюсь. Ура! Я буду долбить сразу по двигателю. Он так, кстати, особо разъяряется и начинается. Пускаю ловушки. Ну-ну-ну, давай еще немножечко, немножечко. Я не могу сейчас вызвать беспилотник, что он меня подзарядил. Что он мне ракет подвез. Так, один двигатель есть. Чё-то мне кажется, все-таки придется ряд ракет заказать. То есть мы без них справимся, но что-то тяжеловато становится. Давайте ускорим процесс. Сейчас, ребят, летит. Вот, почти здесь. Ну, сейчас посмотрим, кто будет смеяться последний, засранец. Да, получай. Сейчас. Принято. Комитет по встрече. Ну что, представимся? И где мои манеры?
Два, целых два. Кстати, осознайте, это я целых два в мою коллекцию. Целых две карточки. Все ради карточек в Стиме. Ради карточек можно продать почку. Минус один. Один готов. Все дружили. Где он? Сейчас. Ну, давай, ты еще немножко ближе. Минус два. Итан, у нас чисто. Так точно. Асом уничтожены. Хорошо стреляете. Выбран 50. Остались еще цели. Разберемся с ними. Давай займемся и Джеком. Успел вторую. Почти. Я немножко играл в Star Wars Battlefront, когда он только вышел, но меня не затянуло. Вот даже Hardline, Battlefield Hardline, меня затянул чем-то. Я в него даже играл недавно, даже на стриме немножко побегал. Ну, именно побегал, то есть я не серьезно играл. Но было весело, я даже думаю, сейчас может побегать после этой Call of Duty. Ну, посмотрим, как я еще в этом типа побегать. Чистая ура! Спасибо за помощь, Итан. Да, чё? Отличная работа, Мэм. Да, правда. Всем ска, вернуться на возмездие. Работайте с вышкой, Итан, отбой. Куда? А, всё, вижу. Ну, всё-таки прикольные лётные миссии. Всё-таки вышка, это 1-1, подходим. Принято. Шакалы, вам разрешена посадка. 1-1. 1-2, встречайте дрон, капитан. Выпустил шасси для захвата. Примерно так же истребители ловят. А еще немножко влюблю эти достижения с алмазиком. Заслужил. Эти бандиты из СДФ получили по заслугам, капитан. Да, корейский мальчик, иди, езжай в Северную Корею. Улучшение? Хм, я рад. Розыск. Ну, у нас доступны... Надо две новые карты. Сканеры не показывают активных целей. Ну, я не буду смотреть на карточки сегодня, что там смотрю, что интересно. На Меркурии теперь что-то, мы сесть не сможем, наверняка летная миссия, на Меркурии нельзя. Хотя, постойте, на Меркурии можно. Там, это не Венера, на Венеру, то есть, я не понимаю, как мы на Венеру сядем? Операция «Темный карьер» проходит вблизи Меркурия. Мы там зад порвем, я вам обещаю. А на Ириде ничего не будет интересного, или там уже? Нет, тут ничего не было пока. Хорошо, есть здесь летная операция, или же здесь на Уране. Давайте на Уран. 88. А если здесь? Сколько здесь шансов на успех? 83. Не, лучше я хочу, где 88. Играем на победу. На изи. Улучшение шакала особо... Что? Их 4? Угоните улучшенный против шустряка. Опа, на вот это мне нравится. Продолжим, скорее всего, в следующей серии. Ребят, спасибо всем за просмотр. И до скорого.